Стратегический вопрос. Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил, сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего, это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах и, очевидно, на поле боя. Дроны, беспилотные системы доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это тоже дроны. И чтобы дать необходимую координацию в силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качества логистики в структуре вооруженных сил, будут созданы силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение РНБО. Ну, это серьезное новшество, новая сила в рамках вооруженных сил Украины. И ну, недооценивать беспилотники, наверное, сейчас уже никто не станет. Если в начале полномасштабного вторжения о них никто не знал, и слово «дроны» использовалось операторами, кто-то снимал видео, то сейчас это серьезная сила. Воздушные дроны, морские дроны, подводные дроны. Мы видим, какое количество операций было проведено уже в акватории Черного моря. Ну, мне кажется, это вот такой шаг в будущее. Да, это шаг, безусловно, в будущее, потому что это шаг, во-первых, который показывает, что украинская армия – это армия будущего. И это очень приятно вообще говорить, потому что довольно в последнее время у нас были какие-то там скандалы, какие-то проблемы, все там чесали в голове и говорили, что так не, здесь не то, здесь не то, здесь слили не так. А это приятная новость, которую приятно комментировать. Да, безусловно, это радикальные изменения. Это вот мы вошли в третье тысячелетие. И если война, та, которую Украина ведет против агрессора Российской Федерации, вообще-то она гибридная война. То есть во многом она начиналась как позиционная война, типа там Первой мировой войны, вот то, что происходило в Донбассе в течение 8 лет. Потом она перешла в фронтовую войну Второй мировой войны, когда танки, пушки, самолеты, там вот такое, такие какие-то большие перемещения сил. Но постепенно она перешла в гибридную войну с превосходством новых сил. Причем это, я вам должен сказать, что это не от хорошей жизни на самом деле, да, потому что если бы... Вот у россиян много мяса человеческого, поэтому они ничего не думают, они просто его гонят на убой, потому что у них относительно много этого человеческого мяса. Ну вот они доставали его из, так сказать, морозильников, которыми являются российские тюрьмы, вот, чем, кстати, подорвали всю свою правовую систему, потому что получалось так, что зачем ловить преступников, если они потом окажутся на фронте, станут героями, и вы придете еще к ним покланяться, и не дай бог, если их покритикуете, вас еще посадят в тюрьму. То есть это на самом деле тоже вот это вот Россия в этом смысле регрессирует, а Украина идет вперед. Ну, дроны это не так, чтобы совсем вот люди совсем ничего не знали. Ну, просто мы, когда смотрели дроны, мы больше вспоминали американские голливудские фильмы про войну в Ираке, про войну в Афганистане, даже больше про спецподразделения, чем про войну, когда вот такой высоко-высоко летящий почти самолет, но без пилота, где-то откуда-то свысока запускал ракету и уничтожал каких-то там, значит, исламистов там и так далее. Ну, вот такого массового использования дронов, причем дронов совершенно разных. Вы абсолютно правильно сказали, начиная от тех, которые мы покупали в детском мире своим детям и внукам, да, там за 50 баксов, ну, или там условно за 500 баксов, ну, вот, или там за 1000, если он чуть-чуть получше, за 2000, если совсем хороший, и там за 10 тысяч, если у кого просто не было, были лишние деньги, чтобы отдать такую игрушку в руки детские, которые все равно ее сломают. Вот. И вдруг, значит, вот сейчас дроны – это действительно отдельный вид, ну, не вид, это род вооруженных сил, и поэтому президент Зеленский наверняка после совета с военными, потому что это, в общем, переустройство вооруженных сил. То есть это не столько политическое решение, сколько решение по строительству вооруженных сил. То есть это больше военное решение. Вот. Это, безусловно, генштаб, с подачи генштаба, с подачи главы
главнокомандующего вооруженными силами, президент принял такое решение. Вот. Но решение это почему его нужно принимать? Потому что когда вы понимаете, что вот есть какая-то штука, которую все используют, но которая не описана в воинских уставах, не описана в инструкциях, не описана вот какими-то такими бюрократическими вещами, то армии тяжело ее перевалить. Армия очень формализированная структура, в армии отдают приказы, приказ очень должен быть точно сформулирован, и командир, который отдает такой приказ, должен убедиться, что нижестоящее лицо поняло этот приказ, поэтому его заставляют повторить и сказать «есть» или там и дальше идти. Приказы не обсуждаются и так далее и тому подобное. То есть на самом деле в войсках вот для того, чтобы какое-то явление, который существует физически, который есть у всех, вы там этим занимаетесь уже 2 года. Но для того, чтобы его организационно вписать в армию, для этого его нужно создать род войск, для этого нужно создать обрамление, рамку всему этому делу, и вот тогда это станет структурной частью вооруженных сил. И в этом смысле мне очень приятна эта система, потому что у меня диплом по государственному управлению, и все такие штучки бюрократические мне близки по моему образованию. Вот, я это очень хорошо понимаю, зачем это в бюрократии военной делается. О том, что ожидается в Российской Федерации, там Путин должен выступить с посланием Федеральному собранию. Причем пишут, что это должно быть между 23 февраля и 8 марта. Интересно, так выбраны даты. Значит, среди тем будут технологический, научный, военный суверенитет России, специальная военная операция, экономическое развитие РФ, демография и многодетность. Все-таки, как думаете, о чем будет говорить накануне так называемых выборов Путин? В частности, об СВО, как думаете, что будет говорить? Ну, да. Во-первых, о войне. Давайте, чем мы их языком говорим? О войне все-таки. Да. Во-первых, это он выступает вот в этот период, потому что в прошлом году он выступал 20 или 21 февраля, я уж не помню, по-моему, 21-го. Или 20-го. Или 21-го. 21-го. Вот, потому что 20-го Байден приезжал вроде к вам в Киев, а 21-го выступал Путин. Вот, с опозданием причем, потому что он должен был выступать в 22-м году, но не выступил, и поэтому он выступал в 23-м году и говорил, что ну какая разница. Ну вот, значит, теперь он выступает примерно в тот же самый период, но немножко его сдвигает. Вот, то, что между 23 февраля и 8 марта, это не самые хорошие показатели России, потому что все будут пьяные, потому что все начнут пить 23 февраля и закончат пить 8 марта или там 10 марта. И вот где-то там только к 15-17 протрезвеют, а на самом деле Россия делает ставку, что они не протрезвеют и поэтому, так сказать, будут голосовать за Путина. Вот. Ну тут, вы знаете, выяснилось, что у Путина кандидата нет, оказывается, программы на 25-м году его правления. Вот, что она у него не сформулирована, и мы, значит, задаем вопрос, а вот этот миллион или там 2 или 3 миллиона людей, которые якобы отдавали за него подписи, они вообще за что тогда отдавали подписи? Просто за Путина, потому что он им нравится физически? То есть это получается тогда такое какое-то гей-сообщество собралось, да, которое там проголосовало лично за Владимира Владимировича. Вот, и этим выступлением, это, конечно, его главный предвыборный митинг, как бы такой будет, потому что он будет надувать щеки, их всех соберут, конечно, в красивом месте, там это будет либо Большой Кремлевский дворец, либо это будет гостиный двор, то есть будет какое-нибудь такое красивое место, где все они будут сидеть на расстоянии 25 километров от него, и он им будет говорить какие-то слова. Никакое содержание этих слов нас не должно интересовать, потому что, ну, а слово «никак». Потому что, ну, все, мы это слушаем уже 25 лет, все эти перемивания из пустого порожня, значит, что украинской нации нету, что украинцы – это русские, которые говорят на плохом русском языке, ну, вот и так далее, и тому подобное. То есть ничего нового здесь он ничего не скажет. Вот он опять скажет, что Запад на него нападает, опять скажет, что бедная несчастная Россия – жертва, значит, заговора всемирного, вот, и так далее, и тому подобное. Что на самом деле правильно, просто он забывает россиянам говорить, что самый главный агент этого заговора, говоря, он сам. Это вот у него задача развалить Российскую Федерацию, с которой он, кстати, очень эффективно справляется. Вот надо отдать ему должное. Вот, так что, в общем, это ничего, здесь ничего интересного нет на самом деле. Это все ритуальные так сказать, мероприятия. Вот, точно так же, как вот, ну, люди, которые помоложе, они вот не помнят брежневскую эпоху.
Ну вот кто в нашу эпоху слушал выступление Брежнева на 25-м, 26-м, 27-м, 28-м съезде КПСС, вот от начала до конца, ну кто это? Вот ну, покажите мне человек, который это вот дело, ну я не знаю таких людей. То есть в лучшем случае потом покупали газету «Правда», где это была речь, ну и там ее конспектировали просто для очередного там заседания или там, я не знаю, для семинара по истории партии, там, я не знаю, для партийного собрания, для комсомольского собрания и так далее. Но слушать это нельзя было, потому что никому это было неинтересно. Бедный Брежнев, кстати, у него уже была больная челюсть, у него было ранение во время Второй мировой войны, ну, вот, и он очень с большим трудом говорил. Я, кстати, умею хорошо имитировать Брежнева. «Дорогой товарищ Тита». И вот так вот пришлёпывал, причмокивал своей челюсти, потому что ее надо было обратно вставлять, она у него выпадала. Вот, ну, ладно, бог с ним, старенький человек. В общем, его, если бы страна жила отлично, то мы бы над ним даже не смеялись. Вот. Ну, а смеяться, потому что над старостью смеяться не грех вообще-то, и над физическими недостатками смеяться грех. Вот. Но над Путиным грех не посмеяться. И вот самое главное сейчас, что у нас происходит, это вот не предстоящее это выступление. Вы сами вы знаете, самая главная интрига сейчас Надеждин. Вот самая главная интрига, это вот реальная интрига. Вот впервые в кои-то веки у нас вдруг возник какой-то кандидат, который немножко вдруг стал выпадать из общего, так сказать, числа, из общего ряда. Вот. И мне кажется, что это довольно интересно. Ну вот, кстати, выпадать из общего ряда с одной стороны, а с другой стороны заявление, которое он делает, и особенно вот в свежем интервью, там, где он сказал, что украинцы – это те же русские, и что Россия не проиграет, и никаких там, значит, какие-то переговоры, потом надо спросить жителей, значит, этих оккупированных территорий по поводу того, кому они, ну это же такая путинская риторика. Подождите, Василий, я это дело объяснял, но не у вас, вот не с вами лично в интервью, не для вашей аудитории, поэтому повторюсь вот какую штуку. То, что сейчас говорит Надеждин, это не для вас. Вот это вы можете даже не слушать. Вот точно так же, как Путина. Но Путина, потому что просто это скучно и неинтересно, потому что все враки, а Надеждин, потому что это игра. Вы представьте себе, вы начинаете играть в какую-то демократию внутри диктатуры. Единственным способом играть в демократию внутри диктатуры вы можете только по законам диктатуры. То есть есть какие-то там у них сейчас законы, да, скажете мир, вас посадят в тюрьму. В этом смысле Надежда на самом деле уже почти герой для Российской Федерации. Я вам напомню, что у него-то есть программа, и он и свою программу, кстати, написал аж, по-моему, даже в августе или в сентябре прошлого года. И в этой программе, знаете, как вот я вчера пособачился, кстати, с одной своей коллегой французской, которую зовут Ан Нева, она дочка профессора Нева из Женевского университета, это русский такой, очень известный из русской иммигрантской среды, вот, и она себя выдает за великую знатокиню российской действительности. Вот, и она сказала, что Надеждин является кандидатом за мир, кандидатом против войны, но не антипутинским кандидатом. Я ей сказал, что типа, Аннушка, а ты вообще это работать плохо стала, дорогая. Она на меня очень сильно обиделась, потому что это было публично. Я сказал, ты не читал его программу. Ты почитай его программу. Она стала говорить, вы не правы. Я говорю, тут вопрос не в том, прав или не прав. Это не вопрос отношений, это не вопрос твоего мнения. Это вопрос факта. У Надеждина в программе написано, я иду на эти выборы как принципиальный противник политики действующего президента. Путин Владимир Владимирович 25 лет уничтожал все, что можно было уничтожить в Российской Федерации. И дальше перечисление. Суды, парламенты там, и так далее, и так далее. То есть на самом деле вы прочитаете его программу, вы офигеете. А дальше есть та обстановка, в которой он должен дойти до выборов. Дойти до выборов он не может, если он сейчас выйдет и скажет, Путина долой, всех расстрелять и так далее. Потому что его бы тогда не допустили даже до сбора подписей. И поэтому он играет по правилам этой системы. Причем это настолько плохо на самом деле для вас. Я поэтому вам говорю, что всем своим украинским друзьям я говорю, сейчас Надеждин вообще не смотрите. Потому что он вас будет разочаровывать, вы на него обозлитесь, потому что вы не будете видеть
вы его, на него смотрите украинскими глазами. И это абсолютно правильно. Все ваше отношение к нему украинскими глазами абсолютно правильное. Но разговор идет не об этом, не о вашем отношении, а разговор идет о том, чтобы внутри Российской Федерации, внутри путинской диктатуры, этот человек, который позиционирует себя открыто как противник действующего президента, оппозиционер, то есть типа Навальный, Яшин, там, Карамурза. Но Навальный, Яшин, Карамурза в тюрьме, а он должен дойти до выборов. Вот. И он, больше того, даже если он дойдет туда, что очень сомнительно, и если его изберут, что еще более сомнительно, он будет приносить присягу на действующей Конституции Российской Федерации, куда включены 5 регионов, завоеванных украинских, где и тогда, то есть вы понимаете, что такое, да? И это он будет говорить: я обязуюсь, президент Российской Федерации, соблюдать Конституцию, и рука у него на этой путинской Конституции. Поэтому я вам говорю, вас это пока что не касается совсем от слова «никак», потому что надо сначала дойти, вот, перейти все эти барьеры, стать президентом. И вот когда он станет президентом, то вот тогда ему сначала в рамках этой Конституции, а потом, пытаясь ее изменить и таким образом изменить для себя законодательные рамки, отменить законы, выпустить политзаключенных и так далее, постепенно, и на это все уйдет уйма времени. И вот это все объясняет, почему Надеждин говорит так, как он говорит сейчас. Сколько сотых процента вы даете, что Надеждин может стать президентом? Сейчас идет очень большая драматическая игра, потому что он очутился там, где сейчас находится, по недоразумению, по недосмотру. Потому что он пошел туда по своей инициативе, но поскольку его знает лично Кириенко, который заведует выборами, то Кириенко где-то, когда его спросили у Кириенко: вот твой дружок Надеждин вот тут решил стать кандидатом, что по этому поводу ты думаешь? Он сказал: да, пускай, ничего у него не получится, он и подписи не соберет. Это понятно, все это фигня. Так что пускай играет. Хочет поиграться, ну, пускай поиграется. Вот. Его же только-только в июле прошлого года не допустили, та же самая ЦИК не допустила на какие-то там региональные выборы, то есть, по-моему, в Московскую областную думу или куда-то в этом роде. Вот. И он, кстати, на этом заседании сказал: ну вот если вы меня туда не пускаете, тогда я пойду в президенты. И все похихикали, посмеялись. Вот. А он, поскольку это сказал публично, ну и пришлось пойти. Вот. И сказали: ну ладно, пускай поиграется. Он стал играться, и вдруг получилось так, что на него обрушился поток донатов, то есть ему стали переводить какие-то деньги, причем простые люди, много-много-много простых людей, и он насобирал аж там за 80 миллионов рублей. То есть он на свои деньги смог провести предвыборную кампанию, то есть создать себе штабы в 100 городах Российской Федерации, нанять людей, нанять сборщиков, оплатить им всем деньги, потому что есть люди, ну, добровольцев можно иметь, но на добровольцев не выйдешь. И вдруг, после того, как Дунцова не допустили, там еще кого-то не допустили, и Путин 24 года всем надоел, и вдруг Надеждин бабахнул, как вот такой черт из табакерки. Вылезло. И народ, который соскучился по демократии, а это понять можно, вдруг сказал: а почему бы нет? Тем более, что это же все в рамках законности. То есть ты чем... Вот в этом смысле мне задавали вопрос: а почему не разгоняли его очереди? А нельзя разгонять его очереди? Они все официальные. Это президентская кампания. Президентская кампания, она тем и отличается от нормального времени, что у вас есть 3 месяца, когда полиция скована, она не может крутить, кого попало. Потому что начнет крутить, это уголовное преступление, на самом деле, по Уголовному кодексу Российской Федерации. Потому что воспрепятствование волеизъявления избирателя по Уголовному кодексу Российской Федерации, вам там 5 лет тюрьмы. Сергей Ильич, а где, сколько раз уже попран был, значит, и закон, и Конституция Российской Федерации, даже в этих ее правках? Это все правильно. Но вот посмотрите, у Путина уже в прошлые выборы 2018 года уже такая штука была. Я, кстати, удивился, как Надеждина вообще дали ему возможность собирать подписи.
Потому что у Путина такая же история была с Грудининым из КПСС, вот, который миллионер такой, директор колхоза, совхоза какого-то там, вот, и который вдруг раз и начал набирать какие-то себе очки. Ему ведь даже официально написали 12%. А это значит, что он получил 40%, если ему написали 12%, а может быть даже там 45%. Вот, и вдруг... Вот тоже ниоткуда, ни почему, это объяснить это невозможно. Вернее, объяснить это можно. Объяснить это очень просто, потому что когда людям надоедает 24 года на кухне чего-то обсуждать, надоедает бояться, надоедает все вот говорить, что все пропало и ничего не решается. Все равно наступает момент, когда людям хочется чего-то это сделать. Это психологическая травма, потому что, знаете, есть такое слово «фрустрация». Есть очень красивое слово «фрустрация» иностранное. Это означает, что вы что-то хотите, а вам это запретили. Но от того, что вам это запретили, вы не перестали этого хотеть. И вот если чем больше, кстати, вы понимаете, что это для вас невозможно, тем сильнее у вас фрустрация. То есть тем сильнее у вас психологический дискомфорт внутренний. И вот эта штука может привести к самоубийству, может привести к бунту. Вот просто люди выйдут, и непонятно из-за чего. Там, я не знаю, там вы идете на работу, идет какой-нибудь там клерк банковский. Хороший костюм тройка, белая рубашка, красивый французский галстук или итальянский, кожаный портфель итальянский, кожаные ботинки итальянские, машина у него Audi. Подходит какой-нибудь булочный, и там ему... кто-нибудь чего-нибудь вот сказал, что типа, ну там, приди через 5 минут, магазин закрыт. И вдруг он взрывается, достает помповое ружье и начинает стрелять всех подряд в этой самой булочной. Вот это называется фрустрация, потому что у человека так накипело внутри. Это значит, у него работает ядерный реактор, а он закрыт. Чернобыль, помните Чернобыль? Вот это вот фрустрация. Вот такая штука сейчас происходит в Российской Федерации. И Надеждин становится вектором реализации этой фрустрации. А путинский режим этого не понял. Они не поняли. Вернее, когда они поняли, уже было поздно. Потому что уже, вот смотрите, что, в чем было, принципиально отличалась эта компания от всех остальных. У всех, во всех остальных компаниях никто ничего не видел, все играли театр, все были подставные, так мы понимаем, Жириновские там и прочие всякие, Зюгановы и так далее. У Надеждина в 100 городах Российской Федерации, в 100 городах за границей выстроились километровые очереди, многочасовые очереди. В Якутии минус 43, 4 часа люди стоят на улице, ждут возможности поставить свою подпись. Никогда такого не было. И не просто это никогда не было, но самое главное, это видно, это визуальная картинка. Мы же живем в эпоху медиа, Ютуба, ТикТока, то есть нам нужна визуалка какая-то. У Путина он собрал якобы 3 миллиона подписей, где он их собрал? Никто не видел никаких подписантов. Когда были там торговые центры, его пункты сбора, все говорили, что ни одного человека у пункта сбора за Путина не было нигде. Вообще нигде, никто нигде не видел. И вдруг за Надеждина выстраиваются 200-тысячные очереди, огромная 200-тысячная очередь. И вот эту штуку Кремль не просчитал. И он сейчас находится в патовой ситуации, когда не зарегистрировать его нельзя, и зарегистрировать его нельзя. И если Надеждин проходит регистрацию, а вот сейчас идет драматургия вот какая. Значит, они его вызвали 5 числа, в понедельник вчера, и сказали, что у него брак 15%, то есть на 10% выше, чем положено. И, значит, заседание должно было предусмотрено быть на среду 7-го, где его должны были снимать с гонки. Он пришел, получил эти, так сказать, претензии, эти 9 тысяч бракованных подписей, и сказал, мне нужно время, чтобы с ними поработать. И сегодня с утра он написал заявление в ВЦИК: «Эллочка, людоедка, дай мне время для того, чтобы поработать по-серьезному, дай мне время до 10 февраля, а это крайняя дата рассмотрения кандидатуры, чтобы я предметно мог ответить на все претензии, которые ЦИК мне предъявил». Они ему сразу сегодня ответили, перенесли со среды 7 на четверг 8. Вот. И сейчас идет на самом деле борьба двух кланов внутри Кремля. Одного клана, который говорит, Путина надо сливать, и Надеждин это способ на самом деле начать транзит власти. Потому что если мы зарегистрируем,
Если нам... Вот вы меня просили предсказание. Вот мое предсказание. Если Надеждин будет зарегистрирован, то он будет следующим президентом Российской Федерации. Смело, Сергей Олегович. Я вам такое же предсказание давал в прошлом году. Что я вам говорил про Пригожина? Если Пригожин доживет до выборов, то он будет следующим президентом Российской Федерации. Что случилось с Пригожиным? Он не дожил до выборов. То есть мое предсказание сбылось. Я вам сказал, в мае месяце я вам сказал, или в июне месяце я вам говорил, если Пригожин доживет до выборов, то он будет следующим президентом Российской Федерации. Его за это, кстати, и убили. И за то, что он в прошлом году, кстати, 23-24 числа, провел нулевой цикл выборов президента Российской Федерации публичный и показал, что за Путина не вышел голосовать никто. Вообще никто. Сергей Олегович, встречный вопрос. А если вдруг так случится, что мы помним генерала Лебедя, которому тоже предрекали президентское кресло, он разбился на вертолете, значит, Пригожин в самолете взорвался. Нет ли сценария, по которому и Надеждин, не хочу продолжать? Есть сценарий, есть несколько сценариев, но пока что они решили пойти по самому простому сценарию и по самому идиотскому сценарию. Потому что вот то, о чем вы думаете, это хитрый и умный сценарий. Допустить, а дальше он же сам говорил, что у него был сердечный приступ, то есть сердце слабое, ну, человек раз и там эмоции, потому что идет гонка, идет там, не досыпает и так далее, значит, он же сам говорил. Вот, и сердце не выдержало и помер. Вполне вероятно, даже не нужно никакой катастрофы, ничего. Просто капелька, у них там в этой в спецлаборатории номер 12, у них, они, там все это делается, все это есть еще со времен Минжинского, Дзержинского и Паши Серебрянского. Все это есть там и так далее. Вот, есть такой сценарий. Есть это такой... может вызвать какие-то бурления? Да, может вызвать бурление, потому что... На самом деле проблема Путина не в Надеждине. Проблема Путина в Путине. Путин пересидел, Путин никому не нужен, Путин всем обрыт. И все только и ждут, когда прилетит большой черный лебедь. Вот этот лебедь в виде Надеждина уже спустился, так сказать, у подножия Кремля. И я нашел такую, мне понравилось самому это самое, значит, сравнение, поэтому... Не могу себе отказать в удовольствии его повторить и вам. Вот, это то, что Надеждин очередями своими расстрелял, значит, путинскую легитимность. Вот его очереди, согласитесь, красиво, да? Красиво. Самому понравилось, когда придумалось. Вот, то есть на самом деле дело не в Надеждине. И Надеждин, кстати, вполне себе реально это дело осознает. Он даже сказал, мы провели социологию и спросили, ну, какую-то репрезентативную выборку людей, зачем вы подписываетесь? 12% людей, только 12% людей сказали, а вот мы знаем Надеждина, мы читали его программу, мы согласны там и так далее. А 88% сказали, а мы против Путина. Или, а мы против войны. И он единственный, кто говорит, что он против Путина, против войны. Вот дальше здесь можно поспорить. Я возвращаюсь опять же к тому, что я вам сказал по поводу вашего украинского взгляда на Надеждина. Надеждин, конечно, не в том смысле просто против войны, как вы ожидаете от российского оппозиционера. Но он работает, вот опять же, мы же с вами даже вот в этой передаче вы сказали, ну чего мы будем вам играть в их игрушки, называть это дело СВО, это война. А вот он-то обязан играть в эти игрушки, потому что не скажет война, и его раз и снимут с этих выборов, потому что он там, и вот статья в УК. Вот, поэтому он вынужден играть в эти игрушки. Но самое главное, что я вам сказал, что у Кремля сейчас патовая ситуация. Его оставить нельзя, и снять его нельзя. И сделать с ним ничего нельзя. Сделайте с ним что-нибудь. И вот бабахнет. Башки увидели, цены на яйца видели, ЖКК, который взрывается целыми днями, видели. Жен этих самых мобилизантов видели? Я прям про жен мобилизантов говорил.
что Кремль их не сможет тронуть, даже пальцем не сможет тронуть, потому что тронь ее хоть одну, мужик ее, который на фронте с калашом сидит, он снимется и приедет и расстреляет всю бодягу, которая там вокруг нее ходит и мешает ему что-то делать. Вот. И даже вот сейчас вышли, когда эти жены там где, куда-то на Красную площадь или там в Александровский сад, за ними увязались журналисты. Ну, потому что компания там нарастает, это, значит, интерес к ним. Ну, вот, повязали журналистов. Что дальше с журналистами произошло? Что их? Штрафы сделали? Пересажали? Да нет. Их привели в участок, каждому формально объявили предупреждение о нежелательности нарушения закона, и всех выпустили. Никого не посадили, никого не скрутили, никому не сломали позвоночник, никому не сломали ребра, никого в грязь не втоптали, ничего. Потому что на самом деле в Кремле, а в Кремле не только идиоты вроде Путина, там есть люди с головой. Они плохие люди, но голова у них есть. Они понимают, что на самом деле вот весь этот режим после Пригожина, после 23 июня и 24 июня, у Путина нет никакой власти и достаточно искорки. Из искры возгорится пламя. Вот неизвестно, чем бабахнет, где бабахнет. Вон у казахов в январе 2022 года повысили на что-то там 3 копейки цену на газ 1 января. Это тогда, когда народ только вылез из оливье, там только вылез из шампанского и из водки, а им говорят, а сегодня у нас уже цены на газ там на 3 копейки больше. А у них все делается на газе. Они ездят на газе, они топят на газе, они стирают на газе, все на газе. И все. И они раз, и у них бабахнуло и вон Алма-Аты, и вот вам и Астана, вот там и там, и там, и сям. И потом не знали, что с ним делать, и даже там войска УДКБ посылали тогда. Вот. Так что в Российской Федерации сейчас вот так такая же абсолютная ситуация. И чего бы с Надеждином ни сделали, все будет для Путина плохо.